Ученик второй гимназии Михаил Шевцов не боится людей в белых халатах и в будущем мечтает стать врачом. Миша родился в семье медиков и с самого детства знает все о работе стоматологов, педиатров, хирургов и других врачей узких специальностей. Рассказ Михаила Шевцова о своей медицинской династии занял на конкурсе первое место. Сам мальчик для себя твердо решил, что когда вырастет, станет хирургом. Потому что это как раз таки мужская профессия. Потому что девушки обычно боятся крови. Она помогает сделать людям жизнь лучше и сделать их счастливее. На конкурс «История» о людях в белых халатах прислали 134 рассказа. Победители выбирали в 6 номинациях. Самые юные пациенты написали 10 историй. Организаторы надеются, что конкурс о людях в белых халатах станет традиционным. Чтобы этот материал печатался в нашей прессе, печатался в городской прессе, и чтобы люди знали о тех, кто работает круглосуточно, 365 дней в году, без праздников, без выходных, и отдает все силы для того, чтобы спасать, лечить, помогать жителям города. Организаторы конкурса учредили приз главного врача, почетные грамоты клинической больницы за высокие профессиональные заслуги вручили троим медикам. Лучшие рассказы будут опубликованы в книге, которую подарят участникам конкурса ко дню медицинского работника. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.